А вот теперь прикол, друзья мои, этого сервера по поводу выведения. Давайте посмотрим статы родителей. Что такое привязка? Так. Угу. 5000 урона. Угу. 5000 урона. В среднем уровне специальных не качал. Заглядываем к нашему малышу, которого, кстати, попытаюсь сейчас клонировать. Это, друзья мои, правильно. Это трэш у горы Содомия. Почти в два раза, не на 30%. В коем случае, а в два раза где-то выросли статы. Это, блин, круто, я тебе могу сказать. И то очень. Так, сейчас надо седло сделать на него и попробовать его клонировать. Во-первых, получится, сколько это будет по времени идти. Так. О, 2 миллиона я тут сейчас не наберу так быстро, конечно же. О, пока отходил в магазин. Сколько? 2 часа прошло. Да, друзья, мой магазин я хожу на 2 часа. Здесь буду запускать, пусть тоже делается. По 100 тысяч, правда, но... Седло. Блин. Так. Тут надо, наверное, элемент бросить. Мегалодон, да? Как он сбился? Так. Апекс мегалодон, полимер, черный жемчуг, элемент. Да не проблема. Полимер. Черный жемчуг. Элемент. Мне интересно, вы думаете, ну, я уже думаю, кто-то понял. Можно ли будет это так улучшить? Надеюсь. Но улучшить в смысле каком, друзья? Улучшить показатели этих ребят получится ли? Вот в чем вопрос. Ага, железо нужно. С элементной я обшибся. Зараза. Ладно, сейчас закину железо. Ну, я думаю, миллиончик хватит. Друзья мои, напомню, это сервер PvP. Да, без добычи ресов. Но с добычей ресов, ну, я тоже развивался и в 5x, и 10x. А, все селестил уже. На максималку. Сейчас тут мне ресов-то хватит его построить. Чего оно там стоить-то будет? Ну, наверное, сначала надо бы чертеж сделать, да? 1216 брони. Хера себе. Сказал я себе. А тут какой, простите, блин, предел? Что-то меня это немножко напрягать начинает. Как-то, слушай, немного круто, тебе не кажется? Так. Металла хватает, черного жемчуга хватает, элемента хватает. Нужно много, больше кристаллов и полимера. Сейчас лучше проэкспериментируем.
и полимера. Мне интересно, какой максималка? 2000 брони, ёпта. Серьезно? Что-то где-то здесь идет, а не так. Надеюсь, это максималка. Что следующий чертеж. Хотя сколько он не жрал, нет, не важно. Так, так где он-то в сети хоть? Вышел. А, ладно. Так. Ля-ля-ля. Две тысячи пятьсот максимум, я так полагаю, да? Да нет. Ни хрена. Ну ладно, 2400 я одену на этого. 2500 давай-ка я сюда засуну. Блин, капец, сколько оно жрет ресов-то. Я запарюсь сюда их таскать. Хотя, прикольно. Если с добычей играть, вот тут, конечно, было бы весело. Удиви меня. Да, это максимальное 2539. Я так и буду его оставлять. Это нах. Это нах. Японская блоха. Укуси ты меня. Так, мне надо, получается, притамить еще Апекса. Попробовать клонировать этого. Получится или нет? Да, попадешь тут. Красавец. Если получится его клонировать, а если я самочку клонирую? Надо ниже, что ли, тебе? Да ты издеваешься. Оп, вроде получилось. Так, погоди, а почему не хочешь? Может, выращенных не клонирует, а? Это вот интересно даже становится. Да, слушай, возможно, выращенных он не клонирует. Так, погоди-ка. Барышня, идите-ка сюда. Так, мужской. Слушай, это можно самочку сразу убивать. Какая-то она, не знаю, как жена в третьем поколении, через 80 часов следующее спаривание. Ну, по-моему, это немного безумие. Попробуем ее клонировать. А, вот ее можно. Нужно почти 3 элемента осколков, да? А, 29 миллионов нужно, кстати говоря. Зря я это даже делал, 24 миллиона. А они сюда просто не влезут. Ну, никаких проблем, собственно, нету. Я сейчас пойду еще притамлю. А на этой самочке поплыву. Офигли, кстати говоря. Парень у нас есть хороший, да? 869. Я по нему попал, получается. Хотя, если был 880, то да. Можно, конечно, им пол менять, мутации там добавить. Да ладно, хрен с ним. Я с этим заморачиваться сейчас не буду. Это мне все нахрен не нужно.
Сейчас тогда пойдем опробовать нашу красавицу. Ай, сердце красавицы. Алло. Че, алло, если он, блин, пустой. Гениально. Склонно к измене. Так-та-та-та-та-та-там. Так. Да, племянница была, смешариков насмотрелся, так что отстаньте. Ну, здесь я разберусь, этот черный жемчуг не проблема. Так, ладно, патроны потом пофармлю. А, вспомнил, что мне нужно. Во-первых, мне нужны хилки. Стоп, это не здесь. Раз, два. Хилки. Во-вторых, патроны. Попробуем сейчас еще одну самочку притамить. А, че голову парю? Тоже нашел, что экономить. Сейчас скриншотик сделаю. Апекс Мегалодон. Что-нибудь еще интересное появилось? Терезинозавр. Ну, блин, к сожалению, здесь ресы добывать не надо, так бы я его притамил. Мегапитекус, Ютиранус, Додорекс, Додо Виверна. Гигантопитекус. Бигфут агри... Ёптать. Ладно, два мегалодонов. Посмотрим, 580 и остались. Понятно. Ну, так себе. Мне топовых найти было бы неплохо. Ну, сейчас, я думаю, проплывемся. Мне нужны мегалодоны Примал. Потому что я не знаю реально, куда они вообще все деваются. Их что, тамить что ли можно? И где они вообще все находятся? Так, посмотрим. Это у нас координаты 3, 95 на 70. Нет, ну они тут, если так посмотреть примерно, практически везде должны быть. 95 на 70, но это правый нижний угол не завились. Что за хрень? Что, переразбрать или нет, я думаю. Ладно, давай возьму на всякий случай. Сейчас качнем. Проверим дуплесик, сколько хп можно качать. Этому прирученному-то до хрена можно качать. Так, ну значит тут, по сути, вот почему они не клонировали и клон войсками на меня не пошли, это хорошо. А давай-ка я вам сидушки заменю, потому что это мне уже не нужна нахрен. Это в расход пускаю, мадам. И сидушку 2500 оставляю, друг мой, тебе. Эх, бляха, добиться бы до Апекс Мозика, сука. Но я думаю, это вряд ли реально-то, в принципе, будет. Ага, 254 уровня. Вес, как у тебя скорость? Немножко побыстрее надо. Ну, о, уже получше. 225 до 250, думаю, нормально будет. О, самое то. Так, выносливость, ни хрена вот тут выносливости. ХП. Да, конечно, процентное соотношение хипи у него что-то до хипи.
6. Ну, 28 миллионов всего лишь. Давай хоть до тридцатки доведем. И в ДПС. Ну, ДПС, конечно, здесь прокачивается довольно грустно. Но это Апекс Мегалодон. У него должен по умолчанию быть повышенный ДПС. Все, максимальный уровень, нормально, значит, бутылочки работают. Очень прикол. Ня-ня-ня-ня-ню-ню-ню. А на Апекс Мегалодоне я, оказывается, стрелять-то не могу. Теком. Заебись. Я бы спросил одну вещь интересную. На кой хрен тогда мне эта вся ботва нужна? Так, я посмотрю скриншот. Где там все наши бедолаги? Примала мне кровь? Примал нужна. Впервые встречаю такое, то что я примала ни одного найти не могу. Да, мне нужно 40 получается. Вот это вот мне нужно. И чесать другую сторону. Сейчас давай прочешем, посмотрим, что да как. Может, какую базу найдем. Но Апекс Мегалодон не может стрелять под водой. А ДПС под лям, ну, так себе. Мягко выражаясь. То есть спаривается недолго. Да, баланс-то здесь, смотрю, разработчик-то сделал. GPS я хоть могу на этой хрени посмотреть? Конечно, нет. Карту. Ну еще бы. Зачем? И мне вон туда вообще горцевать. Начнем с этого. Я правильно понял. Так, Апекс, значит, Мегалодон, толку от него нет, так как он не может стрелять, но имеет большое количество ХП. Блять, придется альфа, что ли, попробовать притамить. Слушай, даже не знаю, если честно. Да, плывем правильно. Тут такая, знаешь, задачка нехуйственная. Обычного мозика притамить. Да можно, по сути. Обычного мегалодона. Можно попробовать. Ну, блин, тоже. Так, ты у нас кто? Она борзая. По идее, на Апекса мало кто должен нападать. О, смотри, сколько здесь медуз. Жесть. Не, вот под водой здесь очень красиво. То, что они сделали при ношении дека, хотя бы открывается нормальный подводный мир, убирается весь этот дебильный туман. Уж вот за это вот спасибо. Потому что реально под водой сделали красоту, которую они никому не разрешали, блядь, смотреть. Это как понимать вообще? На ванильке никто не мог посмотреть эти красоты. Только с модами. Ну и что это такое? Да, я понимаю, в воде тогда было удобно прятаться, шуры-муры, для этого, блин, у вас игра, ну, во-первых, красивая, и делать акцент на PvP здесь, это полный идиотизм. Так. И вот теперь ищи ветра в поле, да? Токсик. Токсик. Токсик.
один токсик. Сука, на сервере 20 человек, блядь. Под водой никого не вижу, нихуя. Но это решено вроде селиться в этих пещерах. Не знаю. Можно как-нибудь попробовать будет самому, что ли, в пещере заселиться. Кстати, вот железо тоже есть. Удобно очень. Где, блядь, прималы? Вы издеваетесь надо мной? Слушай, я, конечно, все понимаю. Давай посмотрим. 83 на 9, они вот 74 на 4. 83 на 9. Где-то здесь должны быть. Капец, слушай, реально ни хрена не могу найти прайма. Почему? Они, блин, по-другому выглядят, что ли? Ух, ёпты, нашел, надо же. Сразу в школу не ходить, я нашел примала. Блин, а у него там хп лямах под 60, что ли? Это, друзья мои, я с топовым седлом. Абсолютно топовым. Это такой ДПС проходит вот с таким седлом. У него, походу, была парочка. Слушай, он очень охереть крепкий. Надо его тельце будет сохранить, посмотреть, сколько у него хп-то реально. Хрена себе. Не, ну он специально во мне застревает вот так вот, а хрена куда денусь. Извини, друг, мне надо посмотреть, сколько у тебя хп. Пятьдесят 8 миллионов. Серьезно? Хера себе. Сколько здесь хп будет, ёпты, у боссов? Ладно. Так, ладно, я сейчас тогда под воду, друзья мои. Надо как раз будто убрать эту клонинг-станцию. Понятно, ребята, значит, просто покупали вот эти вот все свои штуки за очки. Celestial Rex, всякую остальную бабойню. Это мне, в принципе, все вообще не надо. Ладно, ставлю этот хлам, пусть он будет. Так. Кровь примала есть. Можно будет вызывать боссов. Артефакты, потому что тоже есть. Надо с боссами что-то придумать. Ну, в общем, короче, что я буду думать с боссами, я сейчас прикинул так. Попробуем построить из плюс клонилку, посмотреть, что там получится у нас. Хотя то же самое, это не важно. Цена не меняется. В общем, что я подумал. Построим все-таки, посмотрим ради прикола.
то потом меня достанут своими комментариями, что S Plus она дешевле, хотя разницы никакой не должно быть. Как раз пока поставлю. Дюпится немножко кровушки. Я думаю, трех пачек мне хватит вполне. Боссов-то мне точно, в принципе, вызывать не надо, потому что он писал в своих обновлениях, он убрал меч. Также писал то, что там увеличил снаряды для боекомплекта. Спасибо, кстати. Ну, тут обидно, админ, друзья мои. Можете посмотреть по моих видео, то, что он что-то делает. Не ковыряется, блин, носу и не говорит, ой, как все плохо, ой, как все нехорошо. Так-с. Клонилку взял? Нет. А, он до сих пор в сети. Ну, сейчас поставим, да посмотрим. Хрен его знает. Может, реально будет дешевле? А, вот все, тихо. Тихо. Зараза какая. Только что ж хотел оставиться. Ага. Вот, давай сеточкой попадем аккуратненько. Ах. Все, готово. О, то. Клондино. Ну, 50 миллионов. Ну, то же самое. Цена не должна, друзья мои, меняться вообще ни разу. Цена зависит от уровня. Тут плюс еще какая-то хрень. А пага... 50 миллионов. Вместо тошиться, вот. Так. 600. Тапаем. Здесь 600 ячеек места. Так, так. 600 умножить на 100 тысяч, это 600. 60 примерно миллионов, да? Там требует от меня не сильно меньше. Так что включа... Ну да, где-то через месяц, накопив осколков, я смогу клонировать. Да мне попроще, блин, пойти притамить, ну его лесом нашел, какой херней страдать. Так, ну боссов я надел. Вот теперь вопрос, как бы их так поудобнее крошить мне? Единственный, наверное, остается вопрос. Ладно, столько возьму, хватит. Так. И будем пробовать мой способ подводки. Подводку. Короче, понятно. Вы поняли. Так, и теперь, Так, ты давай иди сюда нахрен. Мне интересно посмотреть, сколько в этих хренях ХП. А я, конечно, понимаю, но все-таки. Так, надо где-то поставить эту хреновину. А вопрос только где бы. Ладно, да, поставлю я на низ, да гоу парить не буду. Хорошо, давай, к примеру, вызовем вот эту вот хрень.